Какими-то своими любимыми стилями. И, ребята, можно пустое ведро, пожалуйста? Вот. И в связи с тем, что я люблю связывать свои выступления с музыкальными стилями, сегодня я свои два коктейля, два раунда связал с джазом. Поэтому сегодня у нас будет немножко джаза. Вот. И я надеюсь, что вам понравится, и вы насладитесь всем, то, что сегодня здесь происходит. А время можно считать, наверное? Просто. Ростислав, засекайте время. Засекай! Можно я сейчас типа, презентую там как раз на оставшееся время и начну? Ну, так грим, крымская немножко. Все для вас. Так, друзья, я начинаю сегодня... Я так по отношению к остальным, так что ты смотри. Я еще не начал. Хорошо, руки за спину. Я начинаю сегодня приготовление своего авторского коктейля, который я назвал Queen's Jazz. Queen's в переводе с английского означает айва. Я люблю локальные ингредиенты, поэтому сегодня айва. Ну что же, начнем? Ты готов? Да. Что же для нас есть джаз? Музыкой души рассказ. Он великий здесь, без прикрас. Влюбляет навсегда лишь раз. Представьте себе, что природа — это музыка. А мы музыканты. Все, что рождает она, инструменты, а мы начинаем применять таланты. Саксофон. Зададим ею правильный тон. Ароматный, насыщенный, яркий. Вокальность сниму витон. Гранат — это контрабас. Без него уж и джаз не джаз. Как без лампы и джим не джим. Его стиль, он такой один. Грейпфрут и гвоздика. Тон, полутон. Фортепиано мотивы. Соль, ля, си, до.
музыка к нам проникает в нутро. Ее не задует сотни ветров. Джин, можжевельник, джаз, жара. Словно вокал его во вкусе играет. Сухостью он придаст нам глубины. Ведь в джазе мы также слова влюблены. Яичный белок в перкуссии. Где-то о нем дискуссии. Его моя миссия. Скоро жить, а пока что эмульсия. Я ваш аплодисмент. Guantanamera,
Альбеки. Пена у нас бананово-ванильная. Какое настроение? Все сидят, в какой-то тишине. Одна минута. Один Жилно. Проведение свадеб корпоратива у барной стойки. Вам, Жанна Мэра, всем хорошего настроения. Спасибо.